Привет, партнер. Если ты смотришь это видео, то, скорее всего, ты уже зарегистрирован в бизнес-системе Масштаб, в восьмой команде наших вышестоящих спонсоров Анны и Сергея Шахаевых. Кстати, рекомендую тебе сразу подписаться на них в Инстаграм, ВКонтакте и на их канал в Ютубе, а также канал в Телеграме. Все ссылки, явки, пароли можешь спросить у того человека, который тебя зарегистрировал. Меня зовут Злобина Екатерина. Ты также находишься в моей команде, и я один из твоих вышестоящих директоров. О чем я хочу рассказать в этом видео? Кратко напомнить о сути нашего бизнеса, о ключевом функционале, который мы выполняем, и некоторых вопросах, которые сейчас наверняка появились в твоей голове. Итак, с чего я хочу начать? На самом деле, первое, зачем мы все-таки приходим в этот бизнес, и большинство людей приходит в этот бизнес, да, это зарабатывать и получать доход. А на самом деле, способов заработка, это не единственный способ заработка, да, есть и другие. То есть, например, Роберт Киосаки, кстати, если ты еще не читал его книгу «Квадрант денежного потока», то рекомендую ее прочитать. Так вот, он выделяет 4 типа людей по способу получения дохода. Да? То есть он говорит, что финансовые потоки, они на самом деле распределяются по 4 категориям, да, 4 квадрантам. Первое – это рабочие, да, то есть те люди, которые где бы то ни было работают по найму. Будь это госсфера, будь это какое-то частное предприятие, да, но они работают на кого-то. Так вот, это те люди, которые всегда будут менять свое время на деньги. И, казалось бы, тут есть некоторая стабильность, да, то есть, как правило, ты, находясь в этой категории, понимаешь, что отработав месяц, ты получишь такую-то сумму денег, что ты работаешь, например, с 9 до 6, да, то есть у тебя есть некий график, 5 дней в неделю работаешь, 2 выходных отдыхаешь. Но на самом деле это кажимость, да, потому что не всегда люди, работающие по найму, к концу месяца получают ту сумму, на которую они рассчитывают, потому что может быть какой-то штраф, может быть больничный, вообще, если ты девушка, ты можешь уйти в декрет, и твой доход резко упадет, если ты уйдешь на пенсию, то твой доход тем более упадет, ты можешь уехать в отпуск, да, а может быть тебя вообще не отпустят в отпуск тогда, когда ты захочешь, а может быть тебя уволят, да, то есть на самом деле рисков в этой категории тоже достаточно много. Дальше, следующая категория – это предприниматели. Да, то есть это те люди, которые имеют либо свое какое-то небольшое дело, либо люди, которые просто работают сами на себя. Что в этой категории? Тут, как правило, уже могут быть какие-то более серьезные деньги, но… Смотри, если, например, ты работаешь сам на себя, да, надо понимать, что ты заработаешь ровно столько, сколько ты работаешь. Это первый момент. Момент второй. У меня, например, в жизни есть такой пример перед глазами. В прошлом году у меня муж попал в больницу с переломом пятки. Так вот, с ним в палате лежал молодой человек, строитель, то есть он работает сам на себя, и это его единственный источник дохода. Он упал с лесов, то есть у него производственная травма, но никто ему этого не компенсирует, и он оказался в гипсе больше, чем на 2 месяца. У него ипотека, у него автомобиль в кредите, жена в декрете и маленький ребенок. Вопрос, как человек должен существовать, если это его единственный источник дохода, у него перелом правой ноги, и он элементарно даже не может потаксовать, да, чтобы как-то обеспечить свою семью. Следующий момент, да, даже если, например, ты не сам на себя работаешь, но у тебя какой-то небольшой магазинчик, к примеру, да, вход перед твоим магазином перекопали, не знаю, меняют что-то, трубы какие-то ремонтируют, да, очень распространенный пример на самом деле. Или, например, взяли и выключили свет на целый день. Какие-то ремонтные работы именно в данном районе, на данной улице. Или, например, пришли какие-то контролирующие органы и за какое-то нарушение закрыли. Очень много рисков на самом деле тогда, когда весь твой доход завязан на одной какой-то точечке, да, на каком-то одном маленьком деле.
Поэтому делаем выводы, да? Деньги есть, но очень много рисков. И денег ровно столько, сколько ты работаешь, потому что здесь ты работаешь на свое дело. А третья категория под буковкой Б – это уже действительно бизнес. Да, это крупный бизнес, тогда, когда у тебя не одна торговая точка, у тебя сеть кафе, сеть заправок, сеть салонов красоты, когда на тебя уже работает система. Действительно, есть система, по которой функционирует твой бизнес как часы. Есть люди, которые на тебя работают, да, то есть тут действительно уже достаточно солидные деньги, тут уже на тебя работают люди, и у тебя появляется некое время, да. Но надо понимать, что, во-первых, нужна эта самая система, а во-вторых, как правило, нужны связи, чтобы действительно запустить такой крупный масштабный бизнес, да, и нужны очень большие инвестиции. И четвертая категория И – это инвесторы, да, то есть это те люди, которые сегодня получают свой текущий доход с каких-то ранее сделанных инвестиций, например, деньги с акций, например, деньги с аренды недвижимости и так далее. Так вот, Роберт Киосаки, он говорит, да, что в левой половине квадранта находится больше всего людей, но меньше всего денег. В правой, наоборот, меньше всего людей, но больше всего денег. Очень круто, на самом деле, с финансовой точки зрения находиться как раз-таки в правой половине квадранта. Так вот, наш бизнес, сетевой бизнес, да, это то, где есть уже система. Это то, где не надо вкладывать финансов, но при этом ты можешь оказаться в этой категории, да, в этой категории людей-бизнесменов. Поэтому об этом мы как раз-таки подробнее поговорим. Но прежде чем перейдем к этому моменту, хочу обратить твое внимание еще на одну вещь, да, чтобы тебе действительно захотелось изучить индустрию сетевого маркетинга, понять все ее плюсы. Давай посмотрим на реальную картинку того, сколько ты, в принципе, можешь заработать за свою жизнь. Смотри, трудоспособный возраст наш, да, это 20-60 лет. С небольшим там плюс-минус. У нас в Ижевске, например, хорошая зарплата – это 50 тысяч рублей. Если в твоем регионе это другие цифры, то, соответственно, делай расчет просто для своего региона. Да? Ну, то есть, например, если это Москва, Московская область, понятное дело, да, там другие зарплаты, но и другие расходы. Так вот, считаем, сколько же за всю свою жизнь ты можешь заработать, да? При хорошем раскладе, что ты сразу крутой специалист, и ты получаешь эти деньги, и при том раскладе, что там вплоть до пенсии, да, тебе эти деньги действительно платят, то есть там где-то не ужали в деньгах и так далее. 50 на 12 в год это будет 600 тысяч рублей, умножаем на 40 лет, это будет 24 миллиона рублей. Но тут надо задать себе три вопроса. Да? Сколько действительно твоя зарплата? То есть 50, например, для Ижевска, я беру эту хорошую цифру, ну, как бы достаточно хорошую, потому что средняя зарплата, ну, наверное, 25-30. Наверное, если не меньше. А дальше, наверняка тебе уже не 20, да, то есть обычно все-таки сетевой маркетинг, он приходит к людям в возрасте примерно 30 лет, ну вот по средней статистике, да, тогда, когда люди действительно уже поработали, они имеют некий опыт либо предпринимательства, либо опыт работы там в разных профессиональных областях, да, либо опыт хорошего карьерного роста там в одной какой-то области, и они действительно начинают уже анализировать, да, в правильном ли направлении они двигаются. Поэтому, скорее всего, тебе уже не 20. А если у тебя на данный момент нет каких-то серьезных накоплений в жизни, да, то делай поправку, сколько, соответственно, тебе еще светит, да, скажем так, в твоей жизни заработать. И вопрос в том, конечно, будете ли вы, там, будешь ли ты в 50, в 55, да, в 60 зарабатывать столько же, сколько ты можешь, будучи молодым, активным, энергичным, да, зарабатывать в 30. И следующий этап. Посчитай, сколько стоят все твои мечты. Сколько стоит машина твоей мечты, сколько стоит квартира, либо дом твоей мечты, сколько стоит путешествия, поездки в те страны, которые бы хотел ты посетить, сколько стоит образование твоего ребенка или твоих детей, сколько стоит помощь твоим родителям, да, сколько стоит твое хобби, которым ты хотела бы заниматься. Посчитай, сколько стоят твои мечты.
и пойми, можешь ли ты, занимаясь тем, чем ты занимаешься сейчас, действительно заработать на свои мечты. Если не хватает, наверное, есть смысл поискать какие-то альтернативные варианты и серьезно отнестись к той идее бизнеса, про которую тебе рассказали, на которую ты пришел и зарегистрировался в системе. В чем же состоит собственная идея? Да, начну кратенький свой рассказ с того, что расскажу о нашем партнере. Да? Почему мы работаем именно с этой компанией, именно с этим продуктом в индустрии сетевого маркетинга. А наша компания мега надежна. Она 50 лет в мире и 20 лет в России. Таких компаний на самом деле не очень много. И если уж мы говорим про бизнес, да, то надо делать его не на полгода, не на год, не на 5 лет, даже не на 10 и не на 20. Надо делать его на века. Так, чтобы осталось еще твоим детям, правнукам и пра-пра-пра. Дальше. Компания абсолютно финансово прозрачна. Да, в буквальном смысле до трусов. Иначе бы ее акции не котировались на фондовой бирже. Она бы просто не смогла туда попасть. А акции компании Reflame, мало того, что представлены на фондовой бирже, они еще и растут. А все эти данные на самом деле есть в открытом доступе, как в интернете, да, на просторах интернета, так и на нашем сайте. Все финансовые отчеты компания выкладывает. И если ты в этом что-то понимаешь, то ты можешь эту информацию изучить. Если не понимаешь, то можешь научиться понимать и тоже эту информацию изучить. Либо обратиться к тому твоему знакомому, который в этом что-то смыслит, и проконсультироваться у него. А наша компания международная. Да, то есть она не привязана к экономике только России. Если даже нас как-то финансово-экономическом плане будет штормить, то у компании есть, например, крупные рынки сбыта в Китае, в Индии, да, где у компании все хорошо, и она будет держать баланс. А компания является производителем, то есть каких-либо посредников между ей и нами нету. У компании 5 своих заводов в мире, в том числе крупнейший производственно-логистический комплекс в России, в Подмосковье, 2 научно-исследовательских института в Швеции и в Дублине. Все процессы, важные для бизнеса, да, как то логистика, бухгалтерия, система оформления заказов, система расчетов с конечными потребителями, маркетинговое продвижение, они уже все функционируют. Нам не надо ждать, когда они заработают, нам не надо их создавать самим, они уже есть. То есть мы не ставим процесс с нуля, мы просто вклиниваемся в этот процесс и сразу начинаем работать. Товарооборот компании по итогам прошлого года 1,4 миллиарда евро. Точка. И это круто. Дальше. Почему у компании правильный с точки зрения бизнеса продукт? На самом деле есть бизнес можно строить на разных категориях продуктов или услуг. Да? Например, можно на шинах или на пластиковых окнах. Но как много людей и как часто покупают шины или пластиковые окна? Вот у меня, например, машине 3 года. И я сейчас третий сезон езжу на той резине, да, которую я, соответственно, приобретала, когда покупала автомобиль. Только в следующем году я буду менять, например, зимнюю резину. А шампунь, витамины, мыло, декоративную косметику, уходовую косметику я покупаю регулярно. И более того, я не задумываюсь о том, надо мне это купить или не надо. Подождать меня там до следующего месяца или не подождать, когда у меня зубная паста закончилась. Я просто иду и покупаю ее. Потому что в нашем обществе нормально как бы хорошо выглядеть, вкусно пахнуть, быть здоровым. Да? Ну, то есть мы не говорим сейчас о социопатах каких-то, да, там невменяемых людях, мы говорим о нормальных, адекватных людях, да, социализированных. То есть это продукт естественного спроса, нам не надо на него создавать какую-то потребность, да, искусственную. К этой категории относятся также продукты питания. Мы не задумываемся, зачем мы покупаем, покушать лекарственные средства, да, что-то болит, мы идем, скорее всего, в аптеку. И, соответственно, энергоресурсы, да, мы не можем жить без воды, света, тепла.
Дальше ассортимент компании – это порядка 1000 наименований. И ребенок, и бабушка, и мужчина, и женщина, и студент, и предприниматель что-то для себя выберут, да, потому что ценовая категория в основном средняя, но в то же время есть что-то чуть-чуть подешевле, есть что-то подороже, да, и абсолютно человек из любой социальной, да, группы, из любой полувозрастной группы что-то для себя подберет из этого ассортимента. И это с точки зрения бизнеса тоже круто, да, потому что чем большему количеству людей нужен и доступен продукт, тем больше товарооборот мы можем в нашем бизнесе создать, соответственно, тем большую прибыль иметь. Продукт качественный, да, у продукции компании очень много наград, да, очень много сертификатов продукции. И на самом деле, если в эту тему углубиться, ты действительно оценишь это. И я тебе рекомендую ознакомиться с информацией о продукте на сайте компании. Это все есть, в частности, с такой линейкой, как Wellness. Потому что это уникальный продукт, который, в принципе, создавался изначально не для коммерческого использования, а создавался как продукт для здоровья. И только когда основатели компании познакомились с этим продуктом, они решили, что он должен быть доступен всему миру, а не только очень маленькому кругу тех людей, тех пациентов, для которых его создавал Стик Стэн, всемирно известный хирург. И еще одно качество продукта, в принципе, я немножечко его уже затронула, это заканчиваемость, да, то есть зубная паста заканчивается постоянно, мыло заканчивается постоянно, витамины, которые представляет компания, тоже заканчиваются, да, то есть это не кастрюли, это не пластиковые окна, да, это то, что будет регулярно заканчиваться и регулярно требуется обновление, соответственно, постоянно будет товарооборот, постоянно будет прибыль. Так вот, компания дает нам, да, вообще людям, дает три возможности. Если человек хочет экономить и просто покупать со скидкой, он будет лояльным покупателем, лояльным потребителем, да, продукции. Если человек хочет получать деньги здесь и сейчас, да, зарабатывать, скажем так, на карманные расходы, есть возможность продавать по каталогам и зарабатывать 20% разницу между ценой каталога и дистрибьюторской ценой. В этом случае человек будет продавцом. Но если ты хочешь зарабатывать действительно большие деньги, ты хочешь путешествовать, ты хочешь получать долларовые премии, ты хочешь формировать свой резидуальный доход, то есть тот самый доход по типу инвестиций, как получают инвесторы, да, только мы вкладываем не деньги, мы вкладываем свое время, свои силы, знания, формирование бизнеса своего. И это дает нам в дальнейшем возможность получать пассивный доход, либо резидуальный, правильнее, да, говорить, то есть доход за единожды проделанную работу получать пожизненно, то вот в этом случае ты будешь организатор, ты будешь бизнес-партнером компании Oriflame. В чем суть наших отношений с компанией? На самом деле она подобна отношениям, например, компании Procter & Gamble и сети магазинов Лента. Как выстраиваются их отношения? Компания Procter & Gamble есть компания-производитель, но она сама не продает свой продукт, она не открывает магазины с названием Procter & Gamble. Она отдает свой продукт на реализацию в розничную торговую сеть, например, в торговую сеть Лента. А магазин Лента выставляет продукт на полочках в своих магазинах. Продукт продается, да, его приходят и покупают. В итоге организуется товарооборот, в итоге Procter & Gamble получает прибыль и выплачивает комиссию магазину Лента. А надо понимать, что директор магазина Лента не стоит и сам баночки, тюбики, упаковки с подгузниками не продает. Да? Он предпринимает некие маркетинговые мероприятия, некие организаторские мероприятия, да, для того, чтобы продукция в его магазине продавалась. Точно так же выстраиваются наши отношения с компанией Oriflame. Да, компания производит продукты, берет на себя все вопросы, касаемые производства. Мы для компании организуем товарооборот не посредством личных продаж, да, а тоже по средствам в нашем случае организации
Формирование организации партнеров и потребителей для компании посредством создания системы постоянных покупок для компании, посредством организации товарооборота. Как угодно это можно называть, но, естественно, это делается не за счет личных продаж. Да, мы бы могли продавать сами, но насколько могу продать я, как один человек? Я не продам на миллион, я не продам ни на два, на 500 тысяч рублей даже я косметики не продам. Мы можем нанять продавцов, да, как, например, одно из мероприятий, да, которые совершает директор магазина «Лента». Но есть совершенно другой путь, который предлагает индустрия сетевого маркетинга. Да, это просто-напросто стать потребителем и организовать такую большую сеть партнеров-потребителей, каждый из которых будет организовывать свою. Потому что есть простое правило, да, один человек никогда не продаст настолько, насколько продадут 10. И даже 10 продавцов не продадут настолько, насколько просто придут и купят для себя 1000 человек. Представь простую картину. 100 человек приходят в тот же магазин «Лента», и каждый уходит с чеком 1000 рублей. Товарооборот магазина составил 100 тысяч рублей. А если таких людей пришло не 100, а 1000, товарооборот магазина составил 1 000 000 рублей. И эти люди просто пришли и купили для себя. Так вот, мы делаем так, чтобы люди приходили и покупали для себя в магазин компании Oriflame. Что происходит в результате? Когда мы таким образом, такой командой потребителей и партнеров создаем товарооборот от 300 тысяч рублей, то компания на всю такую вот организацию выплачивает 22%. Это 66 тысяч рублей. А ты, как организатор такой структуры, такой команды, получаешь доход от 30 тысяч рублей в месяц, премию единоразовую 1000 долларов, ты едешь на банкет директоров, он проходит ежегодно в июне в Москве, в этом году это был Олимпийский. Ты становишься участником автопрограммы и получаешь дополнительный бонус от компании от 3 до 10 тысяч рублей каждые 3 недели. И ты претендуешь на поездку на менеджерскую конференцию. Последняя была в Болгарии, сейчас идет квалификация на Хорватию. То есть, понимая примерно, как может измениться твоя география путешествий. Дальше, когда твой товарооборот, да, точнее товарооборот твоей структуры достигает 600 тысяч рублей и более, ты получаешь доход от 50 тысяч рублей в месяц и премии суммарно 1500 долларов и 2000 долларов, и ты становишься участником золотой конференции. В прошлом году это был Кипр, а в этом году это был круиз по Средиземному морю. Три страны: Италия, Греция, Турция. Круиз на пятизвездочных лайнерах. 6 тысяч человек принимали участие в нем со всего мира. И в следующем году это будет Мадрид, Испания. А дальше смотри, что происходит. Золотой директор, золотой, то, что было на предыдущем слайде, это значит, что в твоей структуре два вот таких вот директора стало. То есть два человека, которые получают доход от 30 тысяч рублей. И ты золотой директор. Когда у тебя таких директоров в структуре становится 6, то ты бриллиантовый директор. Твой доход от 200 тысяч рублей в месяц, премиями суммарно ты получаешь за этот период, за все промежуточные звания 17,5 тысяч долларов. Ты получаешь автомобиль в подарок стоимостью 1 900 000. Это может быть Volvo, это может быть BMW, это может быть Mercedes. То есть ты выбираешь авто премиум класса. И ты становишься участником бриллиантовой конференции. В этом году это были Майами, США, в 2018 году это будет Япония, и в 2019 году объявлена квалификация на бриллиантовую конференцию в Австралии. То есть, понимаешь, что порядок стран, он совершенно другой. Идем дальше. Так вот, смысл нашего бизнеса на самом деле не в том, чтобы заниматься переписью людей, не в том, чтобы просто приобретать для себя продукт. Смысл нашего бизнеса – это в том, чтобы
выращивать самостоятельных лидеров, да, выращивать и обучать тех директоров, которые минимально будут зарабатывать от 30 тысяч рублей. Дальше они будут делать то же самое. Они будут выращивать своих таких самостоятельных лидеров, и самостоятельных директоров. Да, таким образом наращивать и увеличивать свой доход. То есть смысл нашего бизнеса в том, чтобы выстраивать автономно работающие директорские команды. Первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, хоть 24-ю. Насколько хватит твоих амбиций? Остановить тебя не может абсолютно никто. Требуются твои амбиции, твое желание, обучение и, конечно же, действия. Теперь смотри, вспомни тот один из первых слайдов, с которых мы начинали. Сколько, в принципе, ты можешь заработать за всю свою жизнь? И сравни вот с этим. Одна директорская структура самостоятельная, то есть один твой директор, который зарабатывает от 30 тысяч рублей, и, соответственно, структура, да, директорская, которая дает товарооборот от 300 тысяч рублей, это от 15 тысяч рублей твоего пассивного дохода. У нас в Ижевске такие же деньги можно получать, например, от сдачи в аренду двухкомнатной квартиры. Двухкомнатная квартира, вот я посмотрела по последним данным, примерно стоит 2,5 и выше миллионов рублей. То есть одна выстроенная тобой директорская структура, один человек, которому ты помог начать зарабатывать от 30 тысяч рублей, это твой актив стоимостью 2,5 миллиона рублей минимум. Причем актив растущий, потому что твой директор, он же тоже хочет увеличивать свой доход, хочет увеличивать свой товарооборот, он тоже хочет становиться золотым директором, старшим золотым, сапфировым, бриллиантовым, он тоже хочет ехать на золотую конференцию, на бриллиантовую конференцию, он тоже хочет получить авто премиум класса в подарок от компании. И, естественно, он тоже будет наращивать свои обороты. А если будет расти товарооборот твоего партнера нижестоящего, то будет расти автоматически и тот процент, который компания, ну то есть те деньги, которые компания будет выплачивать тебе, как вышестоящему лидеру, обучившему данного директора. То есть любая директорская структура это не просто актив, это растущий актив. Стоимость его будет постоянно расти. А теперь смотри дальше. Директора могут быть в ширине, то есть в твоем первом поколении, да, и директора могут быть в глубине. Чем больше у тебя директоров в ширине, тем выше твое звание. То есть два директора, ты золотой директор. Три директора, ты старший золотой директор. Четыре, ты сапфировый директор. Да? Шесть, ты бриллиантовый директор. Вспоминай слайд, который мы уже смотрели. А когда у тебя директора в глубине, то есть когда у твоих директоров уже появляются директора, то твоя структура укрепляется, а твой доход тоже растет, да? И твоя структура становится все более и более самостоятельной и независимой, в зависимости от того, насколько она у тебя глубокая, да? Насколько ты докопал до твердого грунта, насколько у твоих директоров появились директора. Для чего это важно? Почему тебе важна не только ширина, но важна и глубина? Потому что с глубины, с директоров в глубине, ты тоже получаешь вознаграждение от компании. А с директоров первого уровня это будет 5%, с директоров второго уровня это будет 2% и так далее. С директоров шестого уровня это будет 0,0625%. Но смотри, какая интересная штука. Казалось бы, очень маленькая цифра. Но ты понимаешь, что, например, даже в первом уровне, да, вот у тебя 6 директоров, но у каждого из этих твоих 6 может быть тоже по 6 своих директоров. Это уже 36 директоров во втором уровне. Из каждого из них ты получаешь 2% с их товарооборота. А сколько может быть директоров в шестом уровне? Можешь посчитать на досуге. А плюс за каждого своего директора в первом уровне ты получаешь еще единовременную премию. То есть помимо того, что ежекаталожно ты от компании получаешь 5% с их товарооборота, ты получаешь еще и единовременные премии за первого директора. 1500, за второго 2000, за третьего 3 и так далее. Изучай
лестницу успеха компании. Ты можешь выбрать абсолютно любую ступень, начиная от директора и заканчивая президентом. Не стесняйся, выбирай тот уровень дохода, который тебе комфортен. Считай то суммарное количество премий, которые ты можешь собрать, и тот ежемесячный доход, который ты хочешь получать. И посчитай, скольким людям тебе надо помочь начать зарабатывать минимум от 30 тысяч рублей в месяц и более. И просто делай это. Возможно, эти люди есть в твоем окружении, и им надо просто рассказать об этой возможности. Итак, еще раз. Правило 3П в нашем бизнесе. На чем же он строится и как же начать зарабатывать ту сумму, которую ты отметил себе на лестнице успеха? Три правила. Потреблять продукцию, быть лояльным потребителем, приглашать в бизнес новых бизнес-партнеров. Заметь, не потребители, а именно бизнес-партнеров, то есть тех людей, которые хотят не просто экономить, не просто продавать, а хотят зарабатывать действительно большие деньги, путешествовать, получать авто в подарок, получать чеки на самых крутых площадках страны и обязательно посещать обучение. Система работает только тогда, когда ты выполняешь все три правила. Если мы не являемся потребителями продукта, мы не можем сформировать групповой товарооборот. Если мы не приглашаем новых бизнес-партнеров в систему, то наша структура не растет, групповой товарооборот не растет. Если мы не посещаем обучение, то нам нечего будет дать нашим людям. Мы не растем сами, мы не развиваемся сами, мы не развиваем наших партнеров. Теперь те вопросы, которые наверняка возникли в твоей голове, и я хочу на них ответить. Наверняка у тебя может возникнуть, если не возникает, то круто, но чаще всего у новых партнеров этот момент в голове возникает, это не сразу доходит, поэтому я хочу это проговорить. Да, даже если этот вопрос не возник у тебя, ты понимаешь, что он может возникнуть у твоих партнеров, да, и умей на него ответить. Так вот, вопрос, который порой возникает в голове у новых партнеров. Вы же говорили, что бизнес без продаж. Да, как же он без продаж, если мне надо делать личный товарооборот? Смотри, до этого бизнеса я 9 лет работала в рекламном бизнесе. И если бы мой менеджер выполнял план по продажам в 6 тысяч рублей, то он бы не работал там уже спустя один месяц работы. Потому что 6 тысяч рублей – это не план. Представь, что ты открываешь магазин и ставишь своему продавцу план по продажам 6 тысяч рублей. Как будет развиваться твой бизнес? То же самое. Смотри, если ты не выполняешь план, к примеру, да, в этом бизнесе, то ты не вылетаешь из системы. Да, ты остаешься здесь. Но если все будут рассуждать таким образом, да, и думать, ну, сейчас я выполню, а завтра не выполню, а в следующем каталоге опять не выполню, а потом, может быть, выполню, то где стабильность в бизнесе? Поэтому идеально система работает тогда, когда каждый бизнес-партнер выполняет свой минимальный план по личному товарообороту, учится его делать и делает регулярно, системно. Именно тогда бизнес развивается в той, соответственно, последовательности, да, в которой он должен развиваться. Следующий вопрос, который наверняка у тебя в голове возникает. Вы же говорили, что бизнес без вложений. Да, что же такое личный товарооборот, как не вложение? Давай опять же посмотрим с точки зрения традиционного бизнеса. Представь, что ты открыл тот же магазин, например, косметики, да, и косметики, средств личной гигиены, и просто взял и продукции на 6 тысяч рублей, там помазался сам, семью обеспечил, да, соответственно, всем этим. Как при этом разовьется твой бизнес? То есть ты просто взял и потребил на 6 тысяч рублей продукции своего магазина. Вряд ли бизнес как-то сильно разовьется, правда же? То же самое. Смотри, другие вложения, да, которые есть, действительно вложения, которые есть в традиционном бизнесе.
Например, чтобы открыть тот же магазин, там, хозяйственно-бытовой, да, тебе нужна площадь в аренду, тебе надо платить коммунальные услуги, тебе нужно какое-то торговое оборудование, тебе надо нанять продавцов, да, тебе надо дать какую-то рекламу. Вот это действительно вложение. Ты отдал за эту аренду, и все, ты просто этих денег больше не видишь ни в каком виде. И окупится у тебя эта аренда еще или не окупится, ты не знаешь. Поэтому наш бизнес и эти 6 тысяч рублей в среднем, да, которые идут на ЛТО, личный товарооборот, это не вложение. Это не вложение, это часть группового товарооборота, с которого ты же будешь получать деньги. Это система, которая дает групповой товарооборот. Да, эта система действительно построенная на том, что каждый для себя по чуть-чуть, в итоге большой оборот для компании, компания нам за это платит деньги как организаторам. А если у тебя в голове есть еще какие-то вопросы, которые сейчас вызывают сомнения, которые мешают начать двигаться вперед, то задавай эти вопросы либо тому человеку, который тебя зарегистрировал и пригласил в бизнес, либо мне, мои контакты указаны на слайде. Я готова отвечать абсолютно любой вопрос. Более того, у нас в практике есть такое понятие, как вводное скайп-знакомство, где мы можем более детально разобрать те моменты, которые тебя волнуют, более детально построить план конкретно для тебя, исходя из твоих задач, из твоих индивидуальных возможностей. И все это для того, чтобы ты действительно успешно стартовал в нашем бизнесе. Надеюсь, что с каким-то моментом помогла тебе разобраться. И до связи в чатах, до связи в личке, до скайп-знакомства. Вот. В общем, новичок. Успешного тебе старта в нашем бизнесе. Он действительно крут. Главное понять все его преимущества и начать действовать.